Ну, Павел, по-моему, играть просто не умеет. Павел, если что-то ты говоришь, микрофон, то тебя вообще абсолютно не слышно. Опять это же карта, что ли? А зачем? Ладно, сейчас выйдем, я другую карту поставлю. А тут кто-то смачно жмякнул по этой карте. Угу. Давайте другую карту поставим. Галочку поставили. Давайте Сент-Люсия. Loading game session. Нет, верните мне лицедейку! Сволочи, верните лицедейку! Кто взял лицедейку? Какой засранец? Буду играть за Рейдена. В младенчестве, видимо, Рейден. Знаете, что меня бесит? То, что нельзя вот эту херню убрать, которая в правом верхнем углу экрана. Она мигает. Я знаю, типа, комментарии, но я смотрю их на мониторе. Я не буду использовать вашу херню поганую. PlayStation 3, PlayStation 4, которая есть. Поняли, да, Рейда, о чем сказал? Сделать это. Я ж его подвинул. Вы где? Окей, поехали. Вот сейчас появилось наверху ок, это значит, что все готовы. Вот так, Павел, тебе надо работать. Они уже здесь. Они здесь, в зоне доступа. Пометил одного. Здорово, я тебя трогнул за шляпку, Соник. Ждем кого-то. Погнали! Снова все на одном месте. Го-го-го-го-го-го, назад. По-моему, на том же самом. Нет, чуть дальше. Сейчас я не вижу где. А, мать твою. Я ну просто. Ну, гол, видимо. Окей, кто-то не взял свою цель, ладно. Она меня глушила. Так. Эта херня просто на 20 какой-то там, на 20 какого-то там. Короче, я вижу Б и А, я забираю Б и А. Фак. К подошел один. Они невидимы? Они могут невидимыми лутать, поэтому проверяйте. One of your chests is under attack.
Хотя вы, наверное, знаете, но... Это я так, между делом сказал. А чё, мне странник нравится, у него прикольная такая палка. Вантус, ёптынь. Тито, давай, уничтожь козла. Так, оставьте этого мне. Где он? А, где он? Ублюдок ушел! Я бы сейчас сделал убийство в воздухе. Уродец. Ну, блин, ну ладно. Я забрал кого-то, простите! Фейспалм сейчас был от меня. Так, давайте только не облажайтесь на этот раз, хорошо? Вот они. Маскируйтесь. Ну, заберите кто-нибудь, ну! Ура! Они все впереди... Вон они, впереди нас. Уже палят. Окей, не все сразу берем, не все сразу берем. Я буду тогда вас... Я Б беру. Я пытаюсь убить, не могу. Так, теперь я беру А. А, не-не, А, не беру, вы уже С взяли, окей. Нет, А, возьмите, Соник, возьми А. Поднимите меня кто-нибудь. Один остался, вы чё меня... Все поднимаете-то. Павел, ну ты чего? О, господи. У-у-у! Замечательно. Все в одном месте стоят. Го-го-го-го-го. Или идут. Они идут. Они вас палят. Осторожно. Смешайтесь с толпой и все. Погнали. Шикарно, два этапа пропустили. Так, они тоже все в одном месте. Стоят на месте. Нет, это они или не они? Или вон те? Убиваем! Окей, я промазал. Ну, вот здесь, конечно, было что-то вообще жесть какая-то, если честно.
Я не вижу, куда бежать, окей, вижу. Кто там убивает уже? Эти палят, осторожно. Да куда? Почему этого? Вы меня снова бегу к бою, а? Что ты делаешь? Так, не понимаю, почему на них нельзя прыгать, но ладно. Блин, двойник был! Фак, я не могу на Б убить. А, это был гражданский, окей. Ау. Больно. Соник, спасибо. Последнего убейте, он у нас время отнимает. Все в одном месте стоят. Нет, уходят. Осторожно, эти палят, осторожно, не ходите там. Юзайте маскировку, если есть. Ну хорошо, хоть убили. Еще один убежал. Так, давайте не будем тупить. Эти ходячие. Подходите к ним сзади. А, сколько всего на одной кнопке? Начинаем! Иначе они бы сейчас все разошлись. Все на одном месте. А, это был двойник, окей. Да, вот сейчас был фейспалм. Так, давайте не облажаемся. Вот они здесь стоящие. Сзади, подходите к ним. Не суйтесь, не бегайте.
Окей. Быстро. Уже здесь. Всего лишь дабл, окей. Осторожно, не палят. Черт, я пытался сосредоточенность накопить. Уже здесь. Палят. Да что ж такое-то? Кто-то забрал мою цель, молодец! Я убью время. Или нет? Не важно. Я бегу. Окей. Следующую надо взять. Я бегу. Я возьму. Б не берите. Пока она не говорит action disabled, ничего не делайте. Да кого ты бьешь, твою мать? Тихо-тихо, еще Б осталось взять. Окей. Парни идут. Вниз спускаются по лестнице. Да не. А, твою налево. Ты же видишь, что я за ним бегаю? На одном месте все, недалеко от нас. Чё делает эта баба? Вонючая пиратка, куда ты лезешь на пальму? А, это не баба, это мужик. Тот, который сверху, он в другом месте. Этого я забрал, Павел. Я забрал этого. Павел, я забрал этого. Ты чё, дурак, что ли? А? Я же говорю, забрал это. О, господи, а. Фейспалм. Сказал три раза, я забрал это. Я не знаю, может, меня не слышно, может, меня орать сильнее. За хер его знает. Нет, я заберу. Капец. Killed. One of your chests is under
Да какого хера они все похожи? Буду делать что-то интересное. Да какого? Я хотел вот этого убить, конечно же. Да, давай, убивай двойника. Спасибо. Убил. Да фак! Я затрахался убивать мирных жителей, серьезно. Я пошел за временем, я пошел за временем. Я все равно бесполезен абсолютно. Еще за временем побежал. Сверху на них не прыгнуть, если что, если кто-то не знает. Отлично, это было легче, чем на прошлой карте. Уу! Рейден всем показал кучкину мать! Эти, маскировку юзайте, маскировку! Не бегайте! Поехали. Окей. Это было что-то непонятное мне, ну ладно. Все на одном месте. Этого я забрал. Еще один. Еще один этап. У нас 2,5 минуты. Нормально, нормально, нормально. Работаем. Быстро. Бежим туда. Господи. Они палят, они палят, они палят. Осторожно, юзайте маскировку. Меня оглушили. И, естественно, я промахнулся и попал по мирному жителю. Че, кого еще добить-то? Фейспалм, Илья. Забейте, козлов! Нет, козел! У меня есть критическое убийство, только хер знает, где его получить. Так, если они стоят у стенки, то я, пожалуй, попробую сделать критическое убийство. Нет, они идут. Замечательно. Так, ну они, может, пойдут здесь. Приготовьтесь убивать, я прыгну на первого. Попавшегося. Это было кровотическое убийство, окей. Так, синхроубийство, не завалитесь. Осторожно, они рядом, у нас 2 минуты, не торопитесь. Не торопитесь! Тихо, не прыгайте. Ой, боже мой! Я же попросил не торопиться! Или это меня обнаружили? Ну, блин, они меня уже не видели вроде как. Ладно, неважно. Может, я был, конечно. Хер его знает. Сейчас профессиональный чат меня поправит. Оу, ес. О, я на третьем месте. Нихера себе, 66! 66 наубивал! Просто охереть!
Сейчас я хоть бы на третьем месте, все равно меня не покажут в финальном ролике, смотрите. Что я на первом месте меня не показывают, что я на третьем месте меня не показывают. Нет, показали в конце, замечательно. Не голосуйте за ту же самую карту, у меня же будет подсчет опыта. Поэтому кто там, у кого там опыт недолго подсчитывается, пожалуйста, проголосуйте за что-нибудь другое. Хотя нет, я нас, если что, выкину назад. Не-не-не, не голосуйте. Я нас все равно в меню переведу. Тем более мне надо создать новую этот. Новую экипировку. Охереть. Так, вот проголосовал за рематч. А, я не успел выйти. Мы сейчас все равно перейдем в меню. А, вот здесь можно.